фанаты «Watchcar», добро пожаловать на стадион Лиги «Watchcar Battle». Добро пожаловать на схватку «Watchcar-ов». Позвольте представить вам сегодняшних участников. Обновленный участник, полный силы уверенности в себе, Блювилл! Режим боя. В каждой игре новые лица. Творение механика-гения Гаусс. Режим боя. Джино, давай! Джино, вперед! Джино, вперед! Загадочный Эйн. Сможет ли Джина справиться с Эйном? Сегодня тебя ждет очень много сюрпризов. Эйн, не знаю, что ты изобрел на этот раз, но я найду твое слабое место. Как мог новичок подобный тебе попасть в мастер-лигу? Как низко пала боевая лига «Watchcar-ов»? Что? Что ты сказал? Мне жаль тебя, Джина. Но я легко одержу верх. И это хорошо. Эйн, мы еще посмотрим, кто легко победит. Ну что ж, пусть битва начнется! Ну, начать мне? Синий луч, огонь! Что, дурачок, думал, получится? Гаусс-прыжок! Ну что, Гаусс, давай проучим этого новичка! А, что? Он исчез! И ничего удивительного! Неужели ты не знал? Гаусс может передвигаться со скоростью света! Гаусс — лазер-огонь! Контратака! Пушка! Огонь! Гаусс, быстрее! Очень медленно! Лазер, повторить! Блювилл! Такая скорость! Это невозможно! Я его не вижу. Где же он? А? Как же так? Такой скорости просто не бывает. Вот это да! Это просто потрясающе! Он же мчится со скоростью света! Да, это высший класс! Мару! Ты вообще на чьей стороне? Я не на его стороне. Гаусс пытается взять скоростью. Джина такой растерянный. Эта скорость недостижима. Пока этот секрет не раскроют, он непобедим. Он совершенно ошарашен. Уж больно скоро. Гаусс, покажи им свою максимальную скорость. Лазерная пушка, огонь! Блювилл! Гаусс, в
его движении есть какая-то схема. Если бы узнать, что это. Я понял. Блю Уилл, 30 градусов влево, лазерная пушка. Огонь! Блю Уилл, браво! Какой ловкий маневр! Невероятно! Совершенно невероятно! О, как он это сделал? Глазам своим не верю. А? Что произошло? Атака Блю Уилла удалась? Ха, Джина все понял. Главная стратегия Эйна атакуя — придерживаться треугольной схемы. Джина разобрался в этом и заранее подстерег Гаусса в нужной точке. Молодец. Молодец! Джина, молодец! Да, Джина сильно изменился. А, что это? Как он смог заметить? А, это невозможно. Ну ладно, я покажу тебе, что уничтожит все вотчкары. Мета-акула! Монета силы! Мета-акула, вперед! Блю Уилл! Мета-акула Эйна посылает две ударных волны. Первую волну, когда прыгает вверх, а вторую волну, когда ныряет вниз. А теперь прощай! Удар! Нет, еще одну атаку Блю Уилл не выдержит. О! Насколько я знаю, Эйн изобрел прибор, который может прерывать сигнал и не давать вотчкарам двигаться. Если это произойдет, всему конец. Режим боя. Точно! Прощай! Блю Уилл, режим боя снять! Что произошло? Свет пока так темно. Я ничего не вижу. И снова пуск! Синий луч. Огонь! Браво, Блю Уилл! Он нейтрализовал мета-акулу и предпринял контратаку. Как ему это удалось? Это блестяще! Мой шедевр не действует! Что случилось? Я надеюсь, все в порядке? Он выключил, а потом включил режим боя. Он сумел разобраться. Ха, Джина успел сделать это в последнюю секунду. Теперь преимущество на его стороне. Гаусс уже использовал свою монету и пострадал от удара синей пушки. У него больше не осталось энергии. Блю Уилл, а теперь синий дракон. Монета силы! Дракон, пуск! Не верю! Нет! Не может быть! А в чем дело? Эйн такой сильный малый! Нет, Блю Уилл просто неузнаваем. Победили Джина и Блю Уилл! О, да!
да, да! Да, да, Джино, ты молодец! Ура! Блю Уилл, молодец! Наша взяла! Я проиграл! Озвучено по заказу CLS Media в 2017 году.